Друзья, это мега круто. Если вы ни разу еще не катались в аэротрубе, у вас есть прекрасный шанс сделать это в этом году вместе с нами. Сначала было немножко страшно, но как только мне объяснили, что я должен там делать, я понял, что ничего сверхъестественного нету. Ощущение свободного падения, не знаю, одно из самых лучших ощущений в моей жизни. Всем удачи и прекрасного времяпрепровождения. Ну что ж, ребят, если вы хотите очень много экстрима, вы это можете получить прямо здесь, в этой замечательной аэротрубе. Я летал как птица, мне очень понравилось. И если инструктор показывает вам вот так вот, то вы молодец. Это было нереально круто. И, собственно, вы сказали главный секрет, как летать очень круто. Надо полгода позаниматься каждый день по 10 минут, и все будет у вас хорошо. Так что встречаемся здесь, завтра, и летаем все вместе.